Во Дворце творчества детей и молодежи проходит новогоднее шоу-программа «Киберёлка-2020». Погрузиться в киберпространство с завораживающими декорациями, новыми персонажами, стильной фотозоной и масштабной развлекательной программой приглашают детей и их родителей. О том, какие представления ждут маленьких гостей, наш следующий репортаж. Фойе дворца превратилось в настоящую развлекательную площадку. Кибертанцы, аквагрим, 3D-ручка, кибер-робот-турнир. Это лишь малая талика того, что могут увидеть, а что-то и потрогать своими руками гости праздника. Главное представление для зрителей на втором этаже. Здесь дети и их родители вместе с любимыми персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой отважно борются за освобождение снежного облака от чар коварной кикиморы и спасают зиму. Мне очень понравилась Снегурочка и Дед Мороз. Мы танцевали, пели песни, водили хоровод и веселились. Елочка необычная. Тут много сказочных персонажей. Они очень ярко как бы отражали Новый год. Для нас, взрослых, это тоже такой же небольшой праздник, в который мы смогли окунуться в наше детство. Кульминация новогодней шоу-программы – спектакль «Кибер. Новый год». Злодей Кощей отлично разбирается в современных технологиях и намеревается во что бы то ни стало избавиться от новогоднего праздника. Но на его пути встают начинающий блогер Саша и его сестра Маша. Они вместе со зрителями спасают Снегурочку из лап кибер-Кощея и возвращают празднику былую славу. От этого сейчас никуда и не уйти. Век цифровизации, когда дети с 2 лет пользуются телефонами, компьютерами. Поэтому и киберёлка. Сейчас уже просто какими-то приключениями Маши и Вити никого не удивишь. Дети другие, поэтому киберёлка у нас в этом году. Окунуться в удивительный мир современных технологий и устроить ребенку незабываемый праздник можно по 3 января включительно. Начало представления с 10:00 до 12:00 и с 13 до 15. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести, Ульяновск.